посол арабского халифа получил аудиенцию у Кагана. Каган спросил его: «Что тебе нужно?» Посол ответил: «Мой господин видит, что ты находишься в заблуждении и хочет дать тебе искренний совет. Он желает тебе принять ислам». Каган спросил: «Кто мусульмане?» Посол ответил: «Жители городов. И есть среди них банщики, портные, сапожники». Каган велел послу ждать ответа. Рано утром, еще до восхода солнца, Каган сел на коня и выехал в степь в сопровождении 10 всадников, каждый из которых держал знамя. Процессия достигла вершины холма и остановилась. Как только взошло солнце, Каган приказал одному из 10 сопровождавших его людей развернуть свое знамя. Знамя засверкало в лучах восходящего солнца, и у подножья холма появились 10 000 вооруженных всадников. А когда были развернуты все 10 знамен, перед Каганом встали 100 000 вооруженных с головы до ног всадников. Тогда Каган обратился к послу и сказал: «Запомни мои слова, посол, и передай их своему господину. Среди моих воинов нет ни банщика, ни сапожника, ни портного.